Я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами. И желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня. Я, улыбаясь, глядел на Долохова, не зная, что сказать ему. Долохов со слезами, выступившими ему на глаза, обнял и поцеловал Пьера. Борис что-то сказал своему генералу, и граф Бенниксен обратился к Пьеру и предложил ехать с собою вместе по линии. «Вам это будет интересно», — сказал он. «Да, очень интересно», — сказал Пьер. Через полчаса Кутузов уехал в Татаринову, и Бенниксен со свитой, в числе которой был и Пьер, поехал по линии. Бенниксен от горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана, как на центр позиции, и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино. Оттуда повернули влево, и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского или курганной батареи. Пьер не обратил особенного внимания на это. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского хода. Потом они поехали через овраг Семеновского, в котором солдаты растаскивали последние бревна исп и овинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую как градом, рожь по вновь проложенной артиллерии по колчам пашни дороги на Флеши, тоже тогда еще копаемые. Бенниксен остановился на Флешах и стал смотреть вперед на бывший еще вчера нашим шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников.